вечер, страна души, Апсны, Абхазия. После трудового дня простой ужин обычного абхаза. Это свойское домашнее венцо. Александр Денисенко, жаль, нет тут второго стульчика для тебя. Мы бы с тобой продегустировали. О. Клубничка. 24 апреля. Сыр абхазский, круглый такой, полумягкий. Не слишком засушенный. Ну и после трудового дня не грех пропустить красного свойского венца. Вот за недельку, ну сколько, из 10-литровой баклаги литров 6, наверное, мы огадали. Быть добру. Гагра, только зашло солнышко, еще не зашло. Прохлада. Такой первый жаркий день. Было 17-18 в тени, но на солнце весьма и весьма. Голову пекло, работая. И работали в майках. Итак, хорошо.